Вакфу. Том 4. Уход элеотропов. Глава 17. Сердце Зенита. А здесь просторно. И это только вход на корабль. Мы наконец-то внутри горы Зенит. Милый орнамент, будь начеку, Гроуви. Мой последний визит сюда был достаточно неприятный. Тупые ЗААП! Что у тебя за проблемы, ЗААП? Ты уже должен был к ним привыкнуть. У меня нет проблем, ЗААП. У них есть проблемы со мной. Гора — это корабль. Одно скрывает другое. И с агрестом над нами у нашего наследия не должно быть слишком много посетителей. Я надеюсь, у нас будет время, чтобы нанести ему визит. Он в своем репертуаре. Ага. Хватит валять дурака, пойдемте. Ад на стенах. Да, Юга, это история нашего народа. На это должно быть ушли столетия. Ты знаешь весь корабль? Не совсем, но все кажется очень знакомым. Становится темнее. Кироша, дай нам немного света. А как же волшебное слово? Пожалуйста. Видишь, это не так уж и сложно. Становится только милее. Эти фрески уже не о мире 12. Чем дальше мы идем по кораблю, тем глубже мы углубляемся в историю элеотропов, мастер Жорис. Это наша родная планета, мир, который увидел рождение народа элеотропов. А это язык элеотропов. Гругл научил ему меня. Слова означают функцию каждой комнаты. Потрясно! Ты должен научить ему меня. Ты должен набраться упорства. Я учился годами. Думаешь, есть место, где мы найдем информацию о дофосах? Посмотрим, здесь план для общей спальни, классов, оранжереи. Пока вы здесь читаете, может быть, найдете мне ванную? Ребята, если это корабль, здесь должна быть комната управления, как на морском судне. На морском судне это самая главная комната, где хранят книги и журналы. Хорошая мысль, Руэль. Мы должны сначала посмотреть там. Тогда это не так уж и далеко. Нам всего лишь нужно идти по коридору. Что насчет ванной? Заткнись уже с этим! Нужно было сходить до того, как мы пришли сюда! Просто сделай это за углом, Гроуви. Мы никому не скажем. Это оно. Юга, со мной. Святой! Впечатляюще. Никогда не видел такой комнаты управления. Выглядит очень уютной. Внушительный кулак. Он разорвал корабль на части, как будто хотел его удержать. Будет чудом, если эта машина заработает в таком состоянии. Абсолютно верно, бро. Не думаю, что смогу представить размер их противника. Только боги смогут, Гроуви. Эта техника невероятная! У меня мурашки по коже! Перестань водить нас за нос, Руэль! Думаешь, сможешь это починить? Мои мальчики, вы знаете, дядя Руру может провернуть все, что угодно. Просто подогнать тут, соединить здесь, и должно пойти. Кто звезда? Руэль, с тебя спадывают штаны! Адамай, что говорит эта кнопка? Освещение, откачка туалета. И вы говорите мне идти за угол? Нет, Розима, я хочу нажать ее. Здесь еще боевое управление, выбрасывание мины, взрыв стазиса. Здесь я нашел журнал корабля. Странно, здесь только один вход. Можешь прочитать? Эй, они милые! Будьте начеку! Адамай, сообщение для тебя. Не уверен, что смогу увидеть тебя снова. Михазмы повсюду. Я удалил бортовой журнал, они не смогут его прочитать. Дорога к нашей планете потеряна. Все равно там ничего для нас не осталось. Он выглядит совсем разбитым. Это прощальное сообщение. Нора пошла умолять богиню помочь нам. Михазмы везде. Мы проиграли. Дети... Бальтазар забрал их в измерение, где... Мы можем найти безопасность их в этой жизни. Или в другой. Адамай. Дофусы должны быть разбросаны. Если я не увижу тебя вновь, я... Оставил в нашей комнате часть тебя, которой ты так дорожишь. Юга! Подожди, он не закончил. Михас, мы здесь. Я люблю тебя, брат. Этим стариком был ты. Похоже на то. И похоже, что он... Что я уничтожил все, что помогло бы нам найти дофусы.
По крайней мере, теперь мы знаем, что Дофуса и Леотропов были разбросаны нарочно. Мы также можем пойти в комнату, о которой он говорил. Вы знаете, что он имел в виду? Да, я был в комнате Килби. Должна быть одна и для нас. Думаю, я смогу ее найти. Пойдемте быстрее. Потом пойдем к Дрилу. Он наш последний шанс. Если я правильно понял, у вас есть двойники? Они не двойники Гроуви, а перерождение. Когда мы умираем, мы возвращаемся к жизни с помощью Дофуса. Это объясняет наши постоянные дежавю. Похоже, это была наша гостиная, Юга. Эта дверь кажется знакомой. Мне тоже, Юга. Это отголоски нашей предыдущей жизни. Думаю, я знаю, как ее открыть. Ничего. Должно быть не та дверь. Юга, иди сюда. Чувство становится сильнее со следующей дверью. Ты прав. Попробуй. Вау! Ваша комната настоящий музей! Она наполнена реликвиями наших прошлых жизней. Как и сейчас. Похоже, мы не могли долго усидеть на месте. Готов поспорить, вы попробовали все виды развлечений, негодники. Старый бородатый Юга сказал Адамаю, часть тебя, о которой ты так заботишься. Если бы это был я, имелся бы в виду меч. Гроуви, я польщен. Да, и на твоей двери было бы нарисовано огромное сердце, символизирующее твою любовь. Скажи, Ад, это не твои рога? Фу, это отвратительно! Это мои детские рога. Мы сбрасываем их в определенный возраст. Рога очень личные. Они важны для драконов. Что если это та самая вещь, которую мы ищем? Смотрите, здесь что-то внизу. Что-то типа кольца. Это выглядит знакомо? Не совсем. Но мы потратили достаточно времени. Пойдемте поговорим с Дрилом. По крайней мере, мы знаем, где он. И у нас будет время, чтобы подумать о кольце. Мы можем использовать портал корабля. Аквабриал сказал, что он может доставить нас куда угодно, да ведь? Да, но мы оставим девочек у лагеря. Если мы уйдем без них, Ева выметит это на мне. Иди за ними с Руэлем. Мы используем корабль как базу операций. Будет удобно, и мы сможем использовать гиперзап, чтобы двигаться. Мы возьмем наш Дофус и встретимся здесь. Хорошо, но никаких приключений без меня, понял? Ладно, Руэль, ты идешь со мной. Может, есть другой выход, кроме ЗАП? Если бы и был, я не знаю его. Пойдем, приятель. Возможно, они подготовили немного еды. Что в этом хорошего, если я не смогу ее задержать? Что касается нас, сделаем это быстро.